Всем привет, уважаемые друзья! Вы на канале Китайбокс, и сегодня у нас итоги очередного конкурса. Напомню, что конкурс проводился видео по ссылке из Китая 2018. Вы поставили 101 лайк и написали 191 комментарий. Давайте теперь, как всегда, случайным образом выберем победителя в нашем конкурсе и посмотрим, кто же победил в этот раз. Так, смотрим. Итак, пользователь Штирлиц. Powerbank фонарь, удобно и практично. Хороший комментарий. Давайте проверим, соблюдал ли пользователь условия конкурса. Нужно, как всегда, ставить лайк и подписаться на мой канал. Так, понравившееся видео. Смотрим. Так. Вижу понравившееся видео, лайк вижу. И подписочку смотрим на мой канал. Проверяем, ищем, где же наш Китайбокс. Еще. Может, где-то я пропустил, сейчас посмотрим. А, вот не пропустил, вижу. Подписочку вижу. Ну что же, пользователь Штирлиц, поздравляю вас с победой. Призом является 300 рублей на счет мобильного телефона, либо Kiwi кошелек. Обязательно под этим видео напишите комментарий с ссылочкой на свой ник ВКонтакте. Мы с вами свяжемся и сообщение в группу напишите, тоже мне ВКонтакте, там она есть в шапке канала. Свяжемся с вами и определимся, как вручить приз. Ну что ж, конкурс на этом завершен. Всем желаю остальным удачи. Участвуйте обязательно в следующих конкурсах, которые будут обязательно в следующих видео. До новых встреч. Пока-пока.